Протяженность всей улицы более километра. За две недели городские коммунальщики заасфальтировали половину пути. В работе было задействовано 5 единиц спецтехники. Было принято решение именно здесь, потому что многие жители села Супсех пользуются ей как объездной дорогой. За счет пробок они выезжают на улицу Центральную и обещают пробки. Это лишь первый этап работы. Асфальтирование второй половины улицы начнется уже в следующем году. Работы возобновятся после январских праздников.